Анализы на плестик. Сегодня открываем вот такую куклу. Со мной моя сестренка Алия. Алия, открывай замочек. Нет, не тут, вот тут. Дергай. Вот так вот. Дергай. Нет, вот это дергай. Молодец, распаковывай. Дальше. Давай я. Да. Это поняла. Да. О, у меня розовенькая почему-то. У Алии попалась вот такая фиолетовая, у нее были очки и бутылочка. И много нарядов, и бантик у нее был, но оно это все потерялось. Сотки, смотрите, тут два замочка от соски, смотрите, вот они. Тук-тук. Здесь соски. И самое главное, та-да-да-дам, та-дам. А здесь соски. Да. Вот такая бутылочка, смотрите. Ой. И сама куколка. Да-да-да. Вау, это же Нарви. А это кто? Нарви золотая. А это что такое? Это? Я не знаю, это что это такое это? Что это? Вот это. Давай, Илья, распаковывай тоже. Это точно Нарви. А где его зверюшка? Его нет. Вау, какая милая одежка. Какая милая. Какой Нарви. Смотри. Такой Нарви нам попался. Надеваем на Нарви одеждочку. Не получается. Что-то Нарви у нас какой-то вот такой Нарви. У него золотая статуэтка. Но это не золотая статуэтка. У него был малыш. Ты что, уже все распаковала? Давай теперь я одну распакую. Просто ты все уже распаковала. Насосочка. Соска! Вот еще последние. Открываем. Давай. Ой, что это там? Наклейка. Это же их слезы. Давай. У Алии тоже такая вот наклейка. Давайте все Нарви сделаем. Не заметила, кстати. Потому что Алия все распаковала сама. А где вторая ботиночка? Там вот нет? Так. У него две. У него вот такие две ботиночки, посмотрите. Но не одинаковые почему-то, я не знаю. Какой Нарви у нас? Куколка Нарви. Присесть. Ну, а пока что, ребята, всем пока-пока. С вами был Нарви. И с вами была Зайна Блестик. Ставьте лайки за этого Нарви. А пока что всем пока-пока.